Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Мари Мистик. Сегодня 19 ноября 2023 года. И вот нашей малышке Лаки уже сутки. Она уже тут интересуется во всю жизнь, бегает по пледику, доска же упала, об морковку спотыкнулась. Отлично сосет мамочку. Первые несколько часов малышка была очень слабая. Я ее подкормила немножко молочком, роял канин для щенков, и она окрепла. Самостоятельно забирается под маму. И, в общем-то, она основную массу времени проводит лежа под маминым животиком в тепле. Это сейчас вот единственные такие секундочки, когда я увидела, что она сама самостоятельно вышла. Вот интересуется пекинской капустой, которую маму угощаю морковкой. А в остальное время она сидит под маминым животиком. Ей там тепло. Смотрите, у нас ушки уже упали, как у слоника Дамба. Сегодня взвешу еще малышечку. Мама себя ведет хорошо, спокойно. Это ее первые роды, и, может быть, даже такие были сложные, но не сложные в плане самих родов. А потеря вот четырех предыдущих поросят может быть связана с ее возрастом. Когда я ее покупала, мне сказали, ей в декабре исполнится год. Но я покупала ее не в питомнике, я покупала ее даже не у заводчика, я покупала ее просто у обычного человека, который также ее когда-то где-то купил. И могли ошибиться с возрастом, самка крупная. Запросто могло быть то, что у нее, скажем так, возраст гораздо старше для первых родов. Может быть, именно с этим связано вот то, что четыре малыша были мертворожденные. Ну, слава богу, нам повезло с малышунькой, вот этой девчулькой Лаки. И мама себя чувствует мамой. Она ее охраняет, оберегает. Я тут пыталась посмотреть на малыша, так мама ее прикрывает своим телом. На меня там пищит, кричит, говорит, уйди, не тронь руками ребенка. Поэтому снимаю вот так вот издалека, просто показать, что все у нас хорошо. И с мамой, и с малышкой. Прощаюсь с вами ненадолго, увидимся в новых видео. Всем пока-пока и до новых встреч!